Я карасей моих распугаю. Ты разверни его сюда лицом. Середина августа, жара 30 градусов. Последние два года самая высокая температура была 10 градусов летом. Вот, сейчас будет видно крен, когда ты залазишь. Во-во-во, ну-ка. Тут 7 метров должно быть. Ну, пусть затянуло 6. Давай сюда выезжай. Здесь выезжай, наверное. Так ты, я смотрю, с разгона. Ты видел, как встретил на вторую, на первую прыгнул? Да видел, видел. Ну на, все. На, там сейчас... сиденье все мокрое. Да, да, сиденье мокрое. Ну погоди, фотку сделаю. Так, стоишь? Да, вот. Ну мы когда копали, тут метров 7 было, ну. От верха сейчас плюс заилилась, метров 5-то все равно есть. Не, она там глубоко. Потому что я там чувствую, что когда прыгаю, вот эта ледяная вода все снизу поднимается наверх, верхний слой прогрет. Карасей там не видел? Нет. Ну я плыл открытыми глазами туда. А что, и не видно? Нет. Вода мутная? Да.